Мы приехали в гидропарк. Надеемся покататься на лодочке. Да, супер. Пойдем искать их. Темно и страшно, и весело. Да, сегодня, конечно, не выходной день, а понедельник. Людей мало сегодня. Ну, а нам хорошо. И добрый чай. Ну что, билеты купили, мы пойдем. Сейчас мы покатаемся на лодочке, да? Да, весело, весело. Мы будем плавать. Страшно. Угу. Нам на третий причал. Вот красота. Наконец-то мы дошли сюда. Он едет, хорошо видно отсюда. Так, ну что? Он какой-то шатающий. Мама, смотри, не упади. Я постараюсь. Так. Будем быстрее. Водичка, хорошо. Хочется до нее достать, конечно. Папа стоит прямо на круге. Да. Это с высоты летит. О, как ты. Вот наш причал, от него мы открыли. Сейчас надо выплыть. А я боялась. А уже не боишься? Нет. Просто было страшно, когда мы за нее зашли, так и двигалась. Папа так зашел, а она на дно сразу. Все. Приплыли? Нет, мы наоборот выплываем. Вот написано выход. То есть отсюда надо выплыть. И будем плавать по Днепру. Смотрите, но весло у нас застревает. Да, ты там, вот там, придержи немножко. Да, смотри, там Катюша. Давай. До метро, от поезда метро. Вау, стыжка. Все, я тебе давай засниму. Вот, как он. Она не смело. Не вернется, не боится. Я недалеко. Вот я уже посередине сажусь. Поднимаю, вот так поднимаешь. Вот так, раз, и на себя. Вот так, раз, и на себя. Слушай, классно. Ну-ка сядь ровненько, ровненько сядь. Вот так. Давай, сама. Давай, вот так, раз. И вот так. Молодец. Ну, все, пробуйте. Все получается. Только возьми, не, возьми правильно. Вот так, ручкой, вот так, вот, вот так. То есть ты вот так берешь, наклоняешься вперед всем телом. Давай, 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 все хорошо. Уже почти специалист по плаванию, по гребле. Мы просто были, только они скрипят. Ну, скрипят они ещё. Как ещё раз? Ну, вот так. Это все дело практики. Да.
Чем больше гребешь, тем больше получается. Молодец, ты сама видишь. Папа тебе даже не помогает. Лодочка, конечно, такая старенькая. Нормальная, да? Она даже воды в ней. Ну, главное, что она не пропускает воду. Потому что обычно в лодках всегда чуть-чуть воды доплещется, а тут нет. Да. Она специально хорошую дали. Видели с ребенком, выбор есть, значит, получше дадим. Катя уже отдыхает, устала, пьет водичку. Вот туда приехала, еще туда, там мостик еще приезжается. Сейчас... Вот родилась, да? Пигвина пью. Ох, пигвинчик такой. Наша любимая бутылка. Все, снова трудиться. Катя, я не знаю, завтра ты встанешь вообще с утра? Нет, мои руки будут как тряпочки. Как тряпочки, да. Маме отдых, ее все несут, а она не грибит. Да, я отдыхаю. То Катя, то папа, а я отдыхаю. Да нет, папа вообще чуть-чуть сегодня. Ну да, почти все время ты. О, смотрите, мы совсем близко к мостику. Ой, я уже себя натерла. Уже себя натерла. Да, мазали на пальце. Сейчас будем меняться. Покажи. Давай я буду вести. Мозоль натерла? Вот это уже сдерла. Да. А ну давай посмотрим. Мозоль натерла. Видишь, это показатель того, как ты старалась. Очень старалась. Но ничего, до свадьбы заживет. Ну, в общем-то, заживет. Хорошо, сейчас папа. Нет, они не уплывут, они держатся. Стоим. Стой. Пока. Пока? Ну пока, хорошо. Всем пока. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Катя Тостини. Пока. Пока.